Доброе утро, друг мой. Доброе. Ты кто? Я — это прошлый ты. Себя ты не узнал? Не узнал. А что с лицом моим случилось? Неужто все ты позабыл? Забыл? Забыл о чем? Ты среди людей ходил? Ходил, я знаю. А дальше что? Ну как же так? Ты все забыл. Обман, интриги, серость будней и людскую трусость. Вот на лице все это отразилось. И что же делать нам? Верни мне старого меня. Верни улыбку, искренность, задор. Ты сам вернешь, если силы чуточку приложишь. Всего лишь надо маски, что к лицу приелись, удалить. А что же дальше? Ведь люди не перестанут ни лгать, ни предавать, ни делать больно. А что же дальше? А дальше жить, стараясь не терять себя. Помнишь, ты в детстве говорил, что изменением мира хочешь стать? Сейчас необходимо сделать так, чтобы и мир не смог тебя сломать. Чтобы мир не смог в душе посеять зерна злобы и отчаяния, чтобы свет внутри в рутине не погас. Сияй и ничего не бойся. Будь сердцем сильным, сжигай мосты, что к цели не ведут. Люби. Люби себя и счастье свое строй. А что с людьми? С людьми будь вежлив и открыт. Цени друзей, будь слову верен. А что до остальных, что ненависть к тебе лелеют, тем улыбайся искренне, удачи пожелай и продолжай свой путь, как прежде случалось. Это все? Ах да, по утрам не забывай смотреть внимательно в глаза и, убедившись, что с душой порядок, свой день с улыбки начинай. И что в конце тебе сказать? Ты в этом фильме главный актер, ты сценарист в нем, и ты режиссер. Просто будь, друг мой, просто будь.